Всем привет, с вами Женёк, и сегодня мы будем играть в игру Escape. Это маленький такой хоррор, как сейчас вошло в привычку говорить, инди-проект, инди-хоррор. Ну и давайте потихоньку осматриваться. Наш герой попал куда-то вообще непонятно, то ли в подвал, в погреб, подземелье какое-то. Хрен его знает, короче. И как я понимаю, надо потихоньку отсюда выбираться. Окей. Ладно. Непонятно. Что тут происходит? Ну да ладно. Можно бежать, да? Вот, можно бегать. О, можно даже брать предметы. Тупик. Тупик. Хорошо. Да, блин. Ну, давайте пойдем назад. Значит, где-то я, что ли, поворот куда-то пропустил. Непонятно. Будем искать. Да вроде ход один был. Вот оно что. Но... Такое ощущение, как будто... За нами, блин, кто-то наблюдает из-за стен. Кто-то с нами играет, блять, в жуткие игры. Так вот, вот она уже, наша лестница. Как нам подняться? Вот. Проходи. Полез. Честно, я не знаю, сколько в этой игре уровней. Вообще про эту игру ничего не знаю, в принципе. Просто увидел обзор на нее и решил сделать тоже такое мини-прохождение по ней. Но игру я, вот честно скажу, я не смотрел. Просто увидел то, что это инди-хоррор. И моментом... Ой, блядь! Ну нахуй! Давай, лезь! Фу, блядь! Что это было? Фух. Блять. Что за нахер здесь творится? Я понятия не имею, что здесь нужно делать и сколько. Здесь нас ждет еще лестница. Ну, по мне уже бегают мурашки на самом деле. Что за звуки? Бля. О-о-о. Валим. Валим отсюда нахер. Бля. Я заблудился. О, вот давай, лезь, чувак. Отлично, блин, что это была за херня? Маска какая-то. Ну ладно. Так, мы уже, по-моему, на четвертом уровне получается. Ничего не вижу. Со светом, блин, может быть, конечно, темно. О-о-о, ты мать моя, что это было? Меня скушала темнота или что, или я жив еще? Я не пойму. А, все. Ладно, ребят. Спасибо за обзор. Всем счастливо.